Друзья, я вас всех приветствую, меня зовут Денис. В общем, начну сразу. Проблема с коробкой автомат Volkswagen Polo, 2018 год выпуска, 360 тысяч пробегу. В интернете посмотрел много информации о том, что здесь есть два разъемчика, я вам сейчас покажу на коробке снизу. Вот, пожалуйста, один первый и вон второй. И все показывают, что вот эти контактики, провода могут быть надломаны, либо треснутые. Ну, в основном такая только информация в сети. Вот, проверили полностью эти, каждый проводочек, прозвонили его с помощью тестера. Ну, все работает, все нормально, все вроде хорошо, утечки нету. Но с третьей скорости на вторую, когда идет снижение скорости, идет характерный толчок. Вот, и проблема никак не решается. В итоге приобрели на разборке вот один из таких разъемов, получается, вот этот левый короткий. Вот. Дело в том, что провода вроде бы все на месте, все хорошо, но вот эти вот пины, получается, деформированные, разваленные уже, и происходит утечка. Так что, ребята, меняйте, если, допустим, каждый проводок все на месте, все хорошо, то попробуйте поменять вот этот разъем в сборе. Взяли его на разборке, отрезали, здесь соединили, и все стало работать. Ну, на этом завершаю. Надеюсь, мой ролик будет полезен кому-то. Если тебе он был полезен, поставь лайк.